Автомобиль – это источник повышенной опасности. Сажая в машину людей, водитель начинает нести ответственность не только за себя, но и за пассажиров. А когда ими являются дети, ответственность возрастает в разы. Некоторые родители пренебрегают правилами безопасности и перевозят малышей без специальных удерживающих устройств. Рейд, который на днях прошел в Ленинском районе, очередное тому подтверждение. Из 27 остановленных авто было выявлено 4 нарушителя. Еще раз хотим обратиться к нашим родителям о соблюдении правил безопасного нахождения ребенка в автомобиле. Напоминаем, что штрафные санкции административным кодексом предусмотрены 3000 рублей. И еще раз мы хотели бы обратить внимание, если наши дети находятся с родителями, допустим, вот в такой большой, в таком большом мегаполисе, на автостоянках внимательно будьте к маленьким детишкам, держите их крепко за руку. Что заставляет водителей с маленькими детьми отказываться от специального кресла, понять тяжело. Кто-то говорит, что ребенок в него не помещается, кому-то просто лень его устанавливать. Но статистика неумолима. Один из последних случаев. В январе на территории района произошло очередное дорожно-транспортное происшествие, где малыша перевозили без удерживающего устройства. К сожалению, он получил тяжелые телесные повреждения. Я принципиально вожу кресло. Самое главное – это кресло. Рейд показал, женщины-водители ответственнее относятся к безопасности детей в автомобилях. Инспекторы ГИБДД провели с водителями профилактические беседы и вручили памятки, где описано, как правильно выбирать детское кресло и насколько важно перевозить в нем ребенка. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.